От фанатов футбола предлагают сделать 9 марта днем Барса. Команда победила в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и взорвала соцсети. По Фейсбуку и Твиттеру прокатилась волна восхищения игрой и итоговым счетом. Невероятный камбэк Барселона показала в битве против ПСЖ. Каталонцы в ответном матче нанесли разгромное поражение парижанам 6-1. И это при том, что первый поединок Барса проиграла 0-4. Многие футболисты, тренеры и спортивные эксперты выразили свое восхищение фееричной победой.